Доброго времени суток. С вами Виктор Дулин. 24 июня 2015 года мы с вами находимся на дачном участке номер один в теплице, где не только выращиваем помидоры и фасуем вот этот вермикомпост с помощью имеющихся приспособлений. Вот тут взвешиваем его, но также жарим шашлыки, вернее жарю, поскольку остался в гордом одиночестве. И вот сейчас подвязываю помидоры, посынкую их. И самое интересное — это огурцы за решеткой. В прошлом году вот эти решетки висели вот здесь, под этой рейкой, вертикально, и за огурцами приходилось лазить на ту сторону. Теперь я вплотную вот эту сетку почти что прикрутил к стенке, и огурцы теперь все, по идее, должны будут висеть сюда, внутрь теплицы, так же, как и дыни. Вот видим, уже огурчики некоторые висят в эту сторону, но здесь просто вертикально. Естественно, они на юг будут висеть. Ну, в общем, у нас всего 7 кустов огурцов, и этого вполне достаточно, вернее 8. И вот тут одна дыня, вот здесь вот еще вторая, что-то никак не разойдется, видать, укроп ее давит. В общем, вот так, пощипывая потихоньку и пересаживая вот сюда вдоль стенки пасынки и вылезшие огурцы, вот здесь еще будет у меня вдоль стенки один, вернее, помидоры, один ряд помидор. Ну, и виноград, как видим, Изабелла, наш уже довольно хорошо завязался. Не нужно забывать вот так вот пинцировать верхушки, поскольку они тянут сок из ягод. И эти плети нам, в принципе, уже не нужны. Если я их оставляю, то лишь для того, чтобы большие листья вот эти потом срезать в морозилку и использовать для приготовления грузинских голубцов, завернутых, мясо завернутое вот в эти листья. Вот такая вот обстановка на данный момент. Борюсь с тлей всевозможными способами, в том числе экзотическими. Вот купил вот такую водку. Вот здесь у меня кока-кола, как кто-то рекомендовал, опрыскал и тем, и другим. Ну, вчера опрыскал, сегодня посмотрим на результаты. Но, как правило, мы пользуемся настоем стрелок чеснока. Вот видите, сколько здесь этой тли, или я не знаю, что это за живность такая. В общем, использовать лучше естественные испытанные средства. Вот ботву чеснока и стрелки. Вернее, ботву помидор и стрелки чеснока. Вот я их измельчу, сделаю настой и всем этим делом опрыскаю. Здоровья вам и благополучия. И таких же урожаев, как и у нас. И вот здесь я уже первые помидорчики, парочку штук, сорвал вот в этом месте. Вот видим, какие помидоры. В самом теплом месте. Самый большой куст рассады у нас, который был.